Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасчакипасиндубевача Патитанам Павонебхьо Вайшнавебхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамахам Банде Парамананда Мадхавам Вриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатто Ваттой Наму Нама Нараяна Намаскритта Наранча Ива Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудира Шанкитане Кришна Катопадеша Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагодварану Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Вирунчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадибутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи такимапикапу вадушва дарши Пурнану рагра сасагра сарамурти Сарадхикама и кадакхам караси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодато Шанкетаной кабитару камула ятакша Вишамбару дижабару джугадхарма пало Банде джагат прияру каруна ватару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бивуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджасу Бадане Лакшмир Джасса Чавакшаши, Джасса Астиде Самби, Там Нишинна Махамбаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Анарпита чарин чирато корона ватирна калу самарпату уннату джалара сам савакти сям
Харихи Пурата Сундара Дадигадамба Сандивита Шадахидай Гандари Спрутабаси Сачинанна Анарпита Чарин Чирату Коронайя Ватиранакалу Самарпаяту Уннату Уджалана Сансабхакти Сриям Харихи Пурата Сундара Дадигадамба Сандивита Шадахидай Гандари Спрутабаси Сачинанна Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, in the history of Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что в истории этого творения такая милость, такое, это очень-очень редко, то, что мы можем обрести от Парадпарахилешвара Шри Чайтанья Махапрабху. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, во всей истории этой человеческой жизни такая великолепная, чудесная милость, такая корона, такой великий дар, он никогда не был возможен раньше, только Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Кришна, в этой Шри Чайтанья Аватаре можно обрести такое великое сокровище, мы очень удачливы. Это за пределами наших представлений, но все же мы неудачливы. Поскольку, чтобы развить нашу удачу, например, Шри Чайтанья Махапрабху, он уже здесь, и мы очень удачливы, что Шри Чайтанья Махапрабху, он дает нам все. Но если мы отвернулись от Шри Чайтанья Махапрабху, то тогда я... то в этом наша неудача, и вот такой великий дар. Беспрецедентен, он настолько велик, то сострадание, та милость, которую принес нам Махапрабху, он буквально находится над нашей головой, но если мы не сможем принять это, то в этом есть наша неудача. Рупа Госвами Пад хотел сказать, что такую милость никто не обретал раньше, ни Рама, ни Нарисимха, даже в Кришна-аватаре. Кришна, он не давал такой милости. Даже Кришна, он... Когда был Кришна на земле, даже от него нельзя было обрести такой милости, хотя он, несомненно, великолепен, великодушен. Даже Госвами Пад пишет, что кроме Кришны, кто еще даст столько милости всем растениям, деревьям, животным и прочим. Ну что же, несмотря на такую великую милость Кришны, милость Махапрабху нельзя сравнить даже с ней. Шрила Прабхупада говорит, поскольку во время того, как Кришна являл свои лилы на земле, было ограничение, кто может обрести эту милость, кто не может. Но в лиле Махапрабху в Гура Аватаре таких ограничений нет. Это Навадвипдхама, это окружение в Навадвипе, все Гуру Паршады, спутники Гуранги Махапрабху, они настолько милостивы, что даже я, падшая душа, для них, если я буду повторять имена Гора Нитянанды, то они дают нам свою милость. Но те, кто оскорбители, offense unto a lotus feet of Guru Vaishnava, offense maybe unto a lotus feet of Harina,
те, кто совершили ошибки в адрес Гуру и Вайшнавов, в адрес лотосных стоп Харинамы, Дхамы, самого имени или преданных, или Махапрасада, может быть, как-то непочтительно повели себя в адрес Махапрасады. Если есть такие оскорбления, то Кришна нам он не даст результатов от его повторения. Результат, значит, Кришна нам, он не может дать вам силу, чтобы увеличить ваше качество и количество баджана. Но если какие-то маленькие оскорбления, не такие несерьезные, то Гор Нитьянанда, их имена, они помогут вам. He is offender, so I cannot give kippah, not that. Even aparadhi going to take go go nitai va kudu. Даже если оскорбители повторяют имена Гуру Нитая, то он тоже получит милость. И вот Кришна лила, она смотрит на состояние преданных, совершает ли он оскорбление или нет. Если какие-то оскорбления есть, то Кришна милость на такого человека не прольет. Поэтому находиться во Вриндаване очень сложно, поскольку Радхарани, она никогда не идет ни на какие компромиссы с Кришнасовой. Радхарани настолько любит Кришну, что никаких ошибок в его служении не потерпит никогда. Но в Гурдхаме, если немножко есть каких-то оскорблений, то эта Навадвипдхама, она настолько милостива, что даже такие люди не могут в процессе своего баджана, в процессе дама-севы, в процессе парикрамы Святой Дамы, поскольку это наилучшее служение. Даже если вы совершили оскорбление, но примите прибежище у Навадвип, она дарует вам свои милости, и Вриндаван тоже можно вспомнить Ашватхаму, он совершил великое оскорбление, он убил 5 вайшнавов. Кришна, он не был готов простить его. И вот он совершал баджан во Вриндаван-даме, Ашватхама до сегодняшнего дня он совершает баджан, но он не обрел милости Кришны, но все же он принял прибежище лотосных стоп Вриндаван-дамы, поскольку дама – это Баладев-таттва. Дама – это Баладев-таттва. И вот Баладев-таттва значит Нитьянанда-таттва. Баладев-таттва более милостива. Даже я уже сказал, что Баладев, он настолько милостив, что он думает даже о Дурьотхане, который такой совсем плохой человек. И вот даже Нитьянанда спас Джагай Мадхая, совсем некудышных людей, и вот Дама Таттва, Баладев Таттва, Гуру Таттва, она очень милостивая, и поэтому даже Ашватхама, он принял прибежище у Вриндаван Дамы, чтобы в какой-то день Кришна он пролил на него свою милость. Джагай Мадхая, они тоже служили Даме, учищали гад, чтобы обрести милость. In the name of solitary bhajan, don't try to ignore
И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур дал наставление Шриле Прабхупаде, что под именем уединенного бхаджана не нужно игнорировать Дхамма Парикраму, нужно сделать что-то, чтобы обычные люди они обрели благо, чтобы они увеличили качество и количество их сознания. А для этой цели Дхамма Парикрама она является наилучшим способом, чтобы получить, помочь дживам возвыситься. И вот это Дхамма Парикрама — это наилучший способ, через который Гуру Вайшнава могут помочь людям развить их сознание, как-то возвыситься на более высокий уровень. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он дал указание Шриле Прабхупаде, чтобы он начал совершать это служение. Но так или иначе, Навадвип Дхамма, она более милостива. И Рупа Госвами Пад говорит в этом стихе. Махапрабху принес Унанта Уджала Расу, такую сияющую расу, которая настолько чиста, настолько редка, настолько труднодостижима, что мы не можем даже представить. Наш ум, наше сердце, они очень грязные, мы всегда сомневаемся в чем-то, и поэтому не можем прогрессировать. И вот эти слова значат, что это очень, нечто очень сокровенное, и Гуранга Махапрабху принес эту очень сокровенную расу. И Шриям значит, она прекрасна, она великолепна. И с этим мотивом сочетания Махапрабху пришел в этот материальный мир, сочетания Махапрабху пытался сделать все, чтобы помочь нам увеличить наше сознание. Я уже говорил, как Шри Чайтанья Махапрабху очень осторожно хотел проповедовать эту сокровенную Паракия Бхаву Унанта Уджала Расу, Рупануга Бхаджан. Но большинство людей они не смогли понять. И то же самое я сказал вчера. Бхагаван Шри Кришна, он хотел сделать. Бхагаван Шри Кришна, он хотел послать Удаву, я уже вчера говорил об этом, с таким настроением, что если я отправлю Удаву, Удав, он самый подходящий человек, самый достойный, он находится в гармонии с моим сердцем, если я смогу отправить Удаву во врач. Он и вот Кришна думал, что Удав может получить этот урок и обрети этот урок. Удав вернется в Матхуру. И в Матхуре Удав может проповедовать это, эти все такие сокровенные вещи, которые очень редки. Удав Махарадж. Он очень разумен. Я уже говорил об этом. И разумен, значит, не материальный. Его ум не материальный, а такой духовный, еще присутствует такой духовный разум. И вот Бхагаван говорит такие слова. И вот значение этих слов в том, что если кто-то принимает прибежище у лотосных стоп Хари, Хари, это слово значит забирать прочь. Хари тот, кто харан, тот, кто забирает. Хари, он может украсть наше сердце.
Хари, он может забрать всю боль, все проблемы, все несчастья от нас, и поэтому он зовется Хари. И здесь вот это выражение значит, те, кто принимают прибежище у Хари, то Бхагаван, несомненно, спасет их от всех плачевных ситуаций, поэтому его имя Хари. И следующее я говорил в третьей шлоке. Со смирением Удав, он со смирением Кришны попросил Удаву, чтобы тот отправился во Вража-даму. И здесь термин «сомню» значит, что это тот, видя которого все чувствуют какую-то радость, какое-то удовлетворение, блаженство. И поэтому Удава, обладая таким качеством, если он встречался с кем-то, то такой человек, он чувствовал какую-то радость, какое-то блаженное просто блаженство, какое-то просто, находясь рядом с Удавой. И вот Санатан Госвами пишет, что Удав в процессе своего служение, он ходил там и здесь, и все, кто видели его, они чувствовали какую-то радость. И вот куда бы ни приходил Удав, там это место становилось таким праздничным. И само появление Удавы было праздником. И вот Кришна послал Удаву, чтобы утешить своих родителей, друзей, гопи, старших, младших и всех остальных родственников. И вот Кришна говорит, что я пошлю тебя как своего представителя. И вот Кришна говорит Удаве, что тот должен передать его послание гопи, которые находятся в океане разлуки с ним. И вот он говорит, что они отделены от меня, и можно наблюдать, что они находятся в океане разлуки, и ты должен отправиться туда и решить эти все проблемы. Пожалуйста, иди туда. Я дам тебе послание, ты иди и донеси его до них. И вот Удав, он самая подходящая личность, куда бы. Если Кришне нужно было куда-то идти, Кришна, он отправлял Удаву. Удав был очень такой подходящий личность. Вчера я говорил об одной шлоке. Я имею в виду Кришна, он не имел никаких секретов от Удавы. Удав был настолько близким другом Кришне, его сердце было в такой гармонии, что никаких секретов от Кришны у него не было. И в этом, и такая, и я уже говорил об этой шлоке, что Снигда Шишья, такой настоящий ученик, подлинный, близкий. Если вот Махарадж приводит пример, что близкий ученик Гурудева, близкий не значит, что он рядом живет или как-то служит ему физически.
значит, что и сердце, ум и душа такого ученика не всегда сгрудило. Мы можем наблюдать, что какие-то люди вроде близко служат Гурудеву, какое-то физическое служение совершают, но в итоге оказываются в океане материальных желаний и страданий. То есть я не говорю о внешней севе. Я имею в виду служение сердцем. Удав Махарадж, он делает, совершал служение всем сердцем. И вот, как говорится в этой шлоке, то, что то такой ученик, который находится в полной гармонии с Гурудевом, он обретает всю сиданту и все остальное, все, что имеет Гурудев, то есть все самое обретает и его подлинный ученик Снигда Шиши. И вот он, Удавджи. И вот в жизни Кришны нет никаких секретов, о которых Кришна не мог бы сказать Удаве. И вот Гурудев can speak all secrecy of bhajan to a sober personality. Sober man, to Snigda Shishya, his intimate sister can give. Many times Prabhupada used to может поведать все секреты бхаджана такому по-настоящему искреннему преданному ученику Снигда Шиши. И вот какие-то ученики из Шрилы Прабхупады, у них было желание как-то прославить себя как самых близких учеников Шрилы Прабхупады. Много таких было. Шрила, думали, что Шрила Прабхупада раз уважает нас, то значит, они их близкие ученики, но великолепие ачарья, характер идеализма Шрилы Прабхупады было в том, что в соответствии с Гаудия Бхаджаном, Шрила Прабхупада был очень умен, и вот когда они что-то хотели, Шрила Прабхупада он давал им, но не давал нечто настоящее. Шрила Прабхупада говорил, что никогда не хотел развить такую неудачу. Чтобы слушать свое собственное прославление с уст Гурудева, я не хочу попадать в такую ситуацию, когда мой Гурудев прославляет меня, это очень плохо. И Шрила Прабхупада говорит, что он никогда не хотел попадать в такую ситуацию, чтобы слышать свое прославление с уст Гурудева. Мы хотим получать наказание от Гурудева, чтобы обрести какое-то благо. И вот Шрила Прабхупада говорит, что иногда Гурупад Падма может обмануть нас. Иногда Гурудев может обмануть нас в соответствии с нашей склонностью к обману. Гурудев, он также может обмануть нас, хотя он не хочет нас обманывать. Не можем сказать, что Гурудев хочет обмануть нас. Нет, он никогда не хочет нас обманывать. Но если мы хотим обмануть Гурудева, то мы сами будем обмануты. Это автоматически случится. И вот таким образом есть такое прекрасное отношение между Гурудевом и Кришной. Удав, он, можно сказать, что наш гуру, и вот и между ними прекрасное отношение. И вот таким образом Удав. So you see, Uddhavji Maharaj and was you know Bhagavan Sri Krishna giving some advice. И вот Бхагаван Шри Кришна дал наставление Удаве и дал ему какое-то послание. И Удавджи начал готовиться отправиться во Вриндаван Дам. Просто взять и пойти, это не совсем правильно, нужно подготовиться. Подготовка к тому, чтобы достичь Вриндавана, это большое дело. Удав Махарадж воспринял это очень
серьезно очень. Это было подобно эволюции в жизни Удава, то, что Удав он отправляется во Враджадхаму, наивысшее, наилучшее место, где жил Кришна. И вот Удав, он начал серьезно готовиться к этому путешествию. Он начал в уме готовиться, как он пойдет, как будет говорить с Гопи. Кришна, он дал мне такую обязанность, ответственное дело, я не должен совершать никаких ошибок. И вот таким образом Удав подготавливался, думал, что он там будет делать. И вот Удав, он отправился в Вриндаван, и перед этим я хочу сказать что-то о поведении Кришны. Почему Кришна, он ведет себя таким образом, мы не знаем. И вот в Бхагаватам говорится, Krishna not going out of Vrajadham. But Krishna is hiding. Krishna is not going out of Vrajadham. Krishna is hiding again to get the taste of their enormous love affair. И вот хотя Кришна никогда не уходит из Вриндавана, но все же физически иногда скрывается, чтобы испытать чувства своих преданных. И вот в Шримад Бхагаватам мы находим то, что из Двараки Баладев отправился во Вриндаван, но у нас есть прямое свидетельство из Бхагаватам, что Баладев он отправился во Вриндаван. А Кришна нет, но есть такие скрытые свидетельства, что Кришна тоже там был. И вот есть свидетельство из Бхагаватам, то, что Баладев отправился во Вриндаван, и там Баладев совершал Расалилу Баладаврас в Обегауне. Эчадауджи, место называется рядом с Бихаркундой, и там Баладев совершал Расалилу на берегу Ямоны со своими, заметьте, не с теми гопи, с которыми Кришна совершал Расалилу, со своими, а с отдельной группой. Группа Баладева, она была полностью отдельно. И вот в течение двух месяцев Чайти и Вайшака, Маду Мадава, значит, два месяца. Это летом. Чайти и Вайшак, и вот в месяц Чайти, февраля и этого. В общем, в эти месяцы Баларама отправился туда. Суть в том, что Кришна, он отправился во Вриндаван, но когда Юдхиштхира Махарадж, Панчапандавы, они были отправлены в ссылку. While leading exile life, и вот, живя в ссылке, у нас есть свидетельство, то, что они также посетили во Вриндаване Камьяван, жили у Дармакунды, где Ямарадж пришел в форме Дармараджа. Эта история с ним случилась. Он задал такие вопросы, как, например, кто по-настоящему счастлив, что самое удивительное в этом мире и прочее. И эта дискуссия случилась между Ямараджей и Юдхиштхирой на берегу Дармакунды. И там также
Дама Враджаваси, где Панчапандавы жили скрыто, и Бималакунда, там, где они принимали омовение, все это там в Камьяване. И когда Дурьотхан, такой плохой человек, очень плохой, он хотел поместить Панчапандава все в большие и большие проблемы. И что же он делал? Однажды пришел Дурваса, и Дурьотхан, он как-то удовлетворил его, поскольку Дурваса, он аватар Шанкара. И Шанкар Бхагаван всегда доволен, даже если дать ему каплю воды, он и то будет очень доволен и думать, будет что же дать ему взамен. И поэтому Махараджи установил здесь Шиву Шанкара, поскольку ему нужно очень простое служение. И Шанкар Бхагаван всегда доволен, даже если дать ему каплю воды и лист Белла, то он удовлетворен этим. И вот Дурваса Муни, он аватар Шанкара. О Шанкаре, о Дурвасе. Мы знаем такие слова. Что он может быть, то... И вот Шива, он занимается контролем Тамагуны, и поэтому носит такую одежду. И вот Шанкар Бхагаван и Дурваса. То есть они иногда счастливы, иногда нет. И вот Дурьотхан, он был таким плохим человеком и взял, отправил Дурвасу в качестве гостя к Панчапандавам, чтобы они их накормили, не только Дурвасу, но и всех, всех его этих последователей. Но он знал, что Панчапандава жил бедно, им самим нечем есть, не то, что Дурваса кормит все учениками, но... И поэтому думал, если они его не накормят, тот их проклянет. Для преданного это не важно, он находится в лесу или дома. Из киртанов мы знаем. For a devotee, whether he is there in forest or in home, they don't know. Duryodhana thinking they can fall down more and more. Actually, they are no fall down with. Дурьотхан думал, что в процессе такого отношения к Дурвасе, которого не смогли накормить, они падут как-то. И вот Дурьотхан подумал, там их И вот, в общем, он отправил Дурвасу, тот вместе с 4000 учеников пришел в Камьяван, туда, где жили Панчапандавы. И вот они хотели принять какой-то прасад, и Кунти Деви, и Юдхиштхира, они думали, что же делать. Нам самим нечего есть, еще Дурваса пришел. Как можно приготовить на такое огромное количество людей? Нам самим нечего есть, и живем на подаянии. И вот Дурваса говорит, организуйте прасад для нас всех, мы сейчас примем омовение в Ямуне и вернемся. И вот Кунти Деви и Панчапандавы, они начали плакать, что же делать. И Драупади, у нее было решение, у нее был горшок с прасадом,
которому просад появился, появился в неограниченном количестве, но при условии, что она не ест. То есть пока она не поест, то горшка можно накормить тысячи людей. С этого горшка можно было накормить неограниченное количество людей, но перед тем, как сама поест. Такое благословение у нее было. Но если бы она поела, то все это бы кончилось. И вот случайно в тот день Дурьотхан, он специально сказал, чтобы они попозже пошли, чтобы это Драупади наверняка уже бы поела, и кормить было бы их точно нечем. И вот Дурьотхан попросил Дурвасу, чтобы он пошел после обеда. Чем позже, тем лучше, чтобы уже наверняка насолить Панчапандаву. И вот они пришли, действительно просада нету. Пошли принять омовение, сказали, что готовьте, мы скоро придем. И вот Драупади начала плакать, вот же надо, но Прабху Кришна. Что же делать? И тем временем Кришна... Кришна тоже почувствовал, что нужно им помочь. И поскольку, когда преданный зовут Кришну, Кришна не может просто так находиться, не помочь, не оказав помощь этим преданным. И вот Кришна был в Двараке, но по просьбе Драупади и других пандавов он явился там, чтобы решить их проблему, но все же Кришна, он не встретился с отцом и матерью. Хотя там рядом было. И вот в соответствии с вчерашней темой мы знаем. И вот Кришна Бхагаван говорит Нанде, что после того, как этот фестиваль кончился, это Дану-Ягья, и Кришна Баларама они попросили Нанду-Бабу, чтобы он отправился, а мы вскоре вернемся, чтобы получить твой даршан. Он не говорил, что я пойду вместе с вами, нет. Он сказал, что я пойду увидеть вас всех. И в то же самое время он не сказал, не пригласил. Нанду Махараджа, он не говорил, что вы можете почаще приезжать в Мадхуру, чтобы меня видеть. Нет. В соответствии с желанием Кришны, и вот в соответствии с мотивом Кришны, Нанда Махараджа никогда не беспокоил их, поскольку желание Кришны, это, оно было желанием Нанда Махараджа, мы знаем, они были, их желания были в гармонии, и Нанда Махараджа очень такой хороший человек, и Нанда Махараджа сказал, хорошо, это не нехорошо Кришну Баларама забирать прямо сейчас, поскольку спустя долгое время мои друзья, если мы вспомним, что если посмотреть его, Васудев в одном смысле, он брат Нанды Махараджа, как у Кришны две матери, но отец один. То есть если вот это, посмотреть на династию Яду, кто откуда произошел, то можно обнаружить, что это их генеалогическая ветка разделяется вот так и так. И поэтому в одном смысле Васудев, он брат Нанды. А в другом смысле они в детстве играли вместе. И у них есть такая дружба.
И поэтому друзья в беде, друзья познаются в беде. И вот сейчас я его друг, он мой брат. Как я могу попросить Кришну Баларама? Поскольку спустя долгое время мой друг и его жена Васудев и Деваки, они были в тюрьме. И сейчас они только освобождены из этой тюрьмы. И тем временем ситуация очень такая чувствительная была. Он подумал, если Кришна Баларама заберу с собой, то будет, они будут еще более несчастны. То он думал также не только о своем благе, чтобы быть с Кришной, а также думал, что на этот Васудев и Деваки, они тоже хорошо бы, чтобы Кришна у них жил. То есть Нандан думал не только о своем благе, о своем счастье, а также о счастье своих этих родственников. Он знал, что они долгое время сидели в тюрьме, и хотя бы сейчас только вышли и могут хоть увидеть Кришну, и поэтому пускай Кришна там живет. И вот так и таково было сердце Нанды Махараджи. И также вчера я говорил, что Камса, после того, как Камса ушел, экономическая ситуация, политическая, социальная, они были очень плохи, не было никакой стабильности, я уже говорил. Так много ядов. Они жили в страхе перед Камсой. И вот когда Камса ушел, они возвращались назад, чтобы обжить те места, которые они покинули. И вот Уграсена, он был пожилым человеком. И хотя он находился на троне, но все равно был очень таким пожилым человеком. Мог, конечно, советы дать, как править и все остальное, но тяжело это было и Кришна Баларам. Они должны были там находиться, чтобы управлять этим царством. И Кришна Баларам также думали, что мы вместе должны находиться в Матхуре. Это подходящее время, подходящее место. Если мы уедем отсюда, то какие-то проблемы могут возникнуть. И вот Нанда Махарадж, он не беспокоил Кришну, думал, пускай уже живет в Матхуре. И так, сейчас смотрите, я уже сказал, когда Кришна, он оставил Вриндаван в возрасте 10 лет и 8 месяцев. И вот отец Удавы. Кто такой отец Удавы? Дева Бхаг. И вот его имя Дева Бхаг. Он друг, точнее, брат Васудева. Васудев Махарадж, его младший брат, Дева Бхаг, он и его сын Удав, и в одном смысле Удав, он такой родственник, близкий к Кришне, и с другой стороны, Кришна, он брат Удавы. То есть этот сын дяди Кришны. И таким образом генеалогически можно видеть, что Ядвамша откуда она пришла. В Бхагаватам, я уже сказал, есть два потока. Это есть Сурья Вамса и Чандра Вамша.
давайте две ветви Сурья Вамша и Чандра Вамша. Рамачандра явился в Сурья Вамша, а в Чандра Вамша Кришна явился. Это долгая история. И вот из Брахмы изначально 10 риши и Манас риши, они появились из его ума, 10 сыновей, которые были риши. И вот потом Атримуни. Один из них. И вот Атримуни начал совершать аскезы. И после этого Брахма, Шанкар и Вишну, они явились. Пытайтесь понять всю эту историю. И вот Брахма, он дал рождение десяти сыновьям. Они родились из его ума. Когда Брахма только начал творить, и вот Брахма, он дал рождение десяти сыновьям из своего ума. Один из них, Атримуни, он начал совершать суровые аскезы, и с помощью этих аскез Брахма, Вишну и Шанкар, они явились перед ним и спросили, что ты хочешь. Мы хотим благословить тебя. И Атримуни говорит, я хотел призвать только одного из вас. Почему вы втроем пришли? И вот они отвечают, мы физически разны, но онтологически едины. И в Бхагаватам есть свидетельство этому, что физически мы разные в соответствии с разделением нашего служения. Брахма занимается творением, Вишну поддержанием и Шива разрушением. Но, по сути, они все едины. И вот они хотели благословить его и по милости Брахмы, Чандра. Явился Чандра, Бог Святого Луны, и по милости Шанкара Бхагавана Дурваса Муни родился. Дурваса Муни, он сын Артри Муни. И Чандрама, этот полубог Солнца, он тоже сын Атри, по милости Брахмы, который явился. И по благословению Шанкара Шивы Дурваса родился. И по милости Вишну, Дататрия явился. Может, вы слышали его имя? Дататрия. И таким образом, вот Чандра, И вот из Дататрия родился от Артри по милости Вишну и по милости Шанкара. Дурваса родился и от Брахмы, по милости Брахмы. Чандрама появилась и по милости Чандры. Сын Чандры Будха.
Шом, we are counting not day. Шом, Мангал, Буд, Ана. We say Wednesday. Wednesday. It's actually Buddha. Будда – это среда, среда. В честь, поэтому Будба, Брихаспати, в честь его среда, среда на Бенгале называется. И вот Чандрама. Будда – он сын Чандры. И вот Будда Пурурава родился, и я уже говорил о нем. His wife is Urvasi, from their Ayu, and from their Ayu, Namush. I am very quickly speaking from Ayu, Namush, who took the responsibility to run the government of heaven. When Indra was outside heaven, когда Индра не было, он занимался этим администрацией небес. And anyway, after that. И после этого сын Нахуша Яяти, он был проклят Шукрачарьи, он женился на дочери Шукрачарьи Девайяни и их сын Яду. Вот Пурурава, мы... Был Нахуш, от Нахуша родился Яяти, от Яяти Джаджати Сукрачарья, и потом он женился на Девайяни, и с помощью Яяти и Девайяни Яду родился, и по имени Яду Махараджа, вся династия, она Яду называется. И вот от этого Яду пошли дальнейшие ветви Ядувамши. И сын Яду, Сахасраджит. И сын Сахасраджита Сатаджит, Сатаджита Хайхая, потом Дхарма, Махарадж всех перечисляет, потом Нетра, потом Акунти, ну и множество других имен, и потом Мадху, Мадхувамша началась. Кришна также зовется Мадхувамша Ядов, поэтому одно из его имен Мадхава. Мадхава значит одно из значений муж Лакшми. И я уже сказал, много титулов здесь приводится. Удава, он был советником Кришны. Он имел силу мантра, с помощью которых он мог изменить ситуацию. И таким образом я уже говорил об этом. Вот сейчас Шака. Суть в том, я уже сказал, что Кришна. Но Удава, он друг, не в то же самое время. Брат, я уже сказал, Кришна, он брат Удавы, или Удава брат Кришны в одном смысле. В общем, они друзья. И также друг, но множество уровней этой дружбы при Анарма Сакха. Есть разные уровни дружбы. Сухрит Сакха, например, при Нарма Сакха. Баладев, он брат Кришны. Но здесь он Сухрит Сакха называется. Сухрит тот, кто... Это такие санскритские, бенгальские термины. Сухрит значит тот, есть группа друзей, которые старше Кришны, не Сухрит.
Висакха называются, они играют с Кришной, но не старше Кришны, и всегда думают о благе Кришны. С одной стороны, они друзья, с другой стороны, благожелатели. Всегда, если какие-то проблемы возникают, они пытаются как-то решить их. И вот этот, и те, кто, чей возраст отличается, то есть Сухри Сакха — это друзья, старшие по возрасту. Сухри — это тот благожелатели, те, кто всегда думают о благе Кришны. Вот Сухри — те, кто всегда хотят принести какое-то благо Кришне, заботиться о нем, как о своем младшем. Хотя они друзья, но такие друзья-благожелатели. И те, чей возраст ниже, те, кто младше, чуть-чуть младше Кришны, они тоже друзья, но в другой степени больше хотят служить Кришне. И третья Атулья, Приясакхи, как Шридам Судам Васудам, они такого же возраста, как Кришна. И да, одни из таких лучших видов друзей, которые очень близки к Кришне, одного возраста с ним. Приянармана Сакха называются они. От них Кришна не имеет никаких секретов. Они любят Кришну таким образом, что Кришна, он не... Кришна, он не скрывает ничего от них. Даже в Астахарлиле Кришна, он берет этих Приянарма Сакха с ним. Даже таких... В таких сокровенных лилах участвуют только его такие самые близкие друзья. И таким образом, Приянарма Сакха во Вриндавандаме, внутри Вриндавана, мы знаем, вот эти Уджал, Субал, Мадумангал, они настолько близки к Кришне, что Кришна не скрывает ничего от них. Когда он играет с гопи, они тоже рядом, это внутри Вриндавана, заметьте. Но внутри Матхуры Удав, он Приянарма Сакха, он самый близкий друг. Как я здесь давала объяснение термину Приянарма Сакха внутри Вриндавана, но внутри Матхуры Приянарма Сакха является Удав, от которого Кришна ничего не скрывает. И вот таким образом Кришна, он послал Удава во Вриндаван. И вот Удав, он отправился во Вриндаван, достиг Вриндавана. И Враджаваси думают, кто же пришел в наш Вриндаван. Это на такой прекрасной колеснице, кто же приехал. И вот они размышляют, думают, кто же. И вот Удав подъехал. И Нанда Махарадж, ему доложили, что кто-то приехал. So,
Nanda Maharaj is going to take step. Nanda Maharaj coming and you know going to take Uddhavji giving reception to somebody, and Nanda Maharaj is going to you know take Uddhavji Maharaj inside his palace, I mean room. И вот Нанда пригласил Удаву в свой дворец, и в то время, когда Кришна отправился в Матхуру, в то время, когда Кришна Баларам отправился в Матхуру, то с того времени ничего не готовили. С того времени, как Кришна Баларам отправились в Матхуру, с тех пор ни Враджи не готовили. Яшода, она ничего не готовила. Они переживали боль разлуки, какие-то вызывали, что-то ели, брали и приносили ему. А Яшода сама не готовила из-за горя разлуки с Кришной. И вот такая была плачевная ситуация, и Яшодама, она день и ночь плакала. Ее глаза были полны слез. Я уже сказал, что Кришна, он попросил Удаву, что вы отправляйтесь во Враджадам, чтобы решить эту проблему. Ты должен утешить моего отца и мать. И вот Кришна послал много посланий, не одно, каждое индивидуально, каждому. Сандешой, значит, Сандеш — это послание, Сандешой — много посланий. Одно было для Нанды и Шуды, второе — для старших, третье — для Гопи, самое сокровенное, следующее — для пастушков, друзей Кришны, послание для коров, для телят и всех остальных. И вот Кришна, он расплакался от переполняющих его чувств. Кришна сказал: И вот те гопи. Гачат Баба, Варайчур, Гачат Баба, Браджам Сомма, Притирна Притимаваха, Гопинам Мад Биокадим, Мад Сандешайр Бимучая. Амин, Кришна wanted to say. И вот Кришна хотел сказать, что гопи, они находятся в океане боли разлуки с ним. И вот вторые слова Кришна сказал Удаве. Тамин, та. То те та, там те та. In Sanskrit there is category. You cannot use anything anywhere. All specific. В санскрите каждому свои категории. Та значит это. Группа женщин в множественном числе. На санскрите есть единственное число, двойное число и множественное число. Каждому свое местоимение. Удаве. Я говорил, у него множество титулов. Я говорил, сколько титулов у Удаве. Сам Кришна, он дал. Сейчас говорится о том, Кришна, сколько титулов он дает гопи, сколько качеств их. Он прославляет Кришну, он не может отплатить им за их любовь. И вот, они медитируют на мои лотосные стопы, манаскар, и внутри их ума. Это значит все они гопи. Манманаска значит в их уме мы не можем найти никакого места. Нету в их уме нет
никакого пустого места, весь их ум занят мыслями о Кришне, и нет никакого места для чего-то постороннего, их ум полностью находится в мыслях о Кришне. И я их сердце. В английском говорится, я ваша, есть такое слово, я ваша жизнь и душа. Так и здесь вся жизнь гопи, она находилась в Кришне, в мыслях о Кришне. Они свое сердце, свою душу, они отдали Кришне. Они хранили свою душу и сердце с Кришной, у Кришны. Матпрана, я уже объяснил это слово. Их жизнь, она находилась в мыслях о Кришне. И третье, Кришна говорит, они оставили свое тело ради меня. Они бросили вызов. Они чактодохика. Они практически мертвы. Я не там. Они, их жизнь находится со мной. И они так вроде как живы, но и мертвы, поскольку ничего не могут делать, только они всю жизнь отдали Кришне, они буквально так безжизненны. И только они живут мыслями обо мне. Я наивысший объект любви. Я единственный объект их любви. Мамива дуитам престам total harmonized with her. Атманам their манасагатаха. Mentally they are thinking about me all the time. Они всегда думают обо мне. They are going to leave their body. И они готовы оставить свое тело. Ман манаска мат прана мадарте такто дуихикаха. Мамива дуитам престам атманам манасагатам. Fully absorbing them, they cannot think. Je takto loko dharmanscha, je takto loko dharmanscha, madarthe tano vivarmi aham. Krishna speaking, it is my vow. И вот Кришна говорит, это мой обет, это мое решение. Тут те, кто оставляет все для меня, для них я их единственная поддержка. Те, кто готовы оставить все, не думают о прошлом, настоящем, будущем. Те, кто думает только обо мне, полностью без остатка, для них это мой обет, моя, я обещаю спасти их, как в Гите. Много раз я говорил, какое последнее наставление Гиргиты? И вот это последнее наставление Гиты. И после этого нет никаких советов. Может, какие-то слова, но это наивысшие сути Гиты. И Кришна говорит Арджуне, «Савадарман паритеджа мамакам саранам раджа». Кришна, он конкретно, ясно, предельно ясно говорит Арджуне, что «Савадарман паритеджа мамакам саранам раджа». Сколько дарм у тебя есть? Мы знаем множество дарм, социальная, какая-то социальная ответственность. Социальная дарма или семейная жизнь. Нужно исполнять какие-то семейные обязанности, это тоже дарма. И обычные дармы, телесные дармы. Наше тело, оно
может не позволить что-то, какую-то ситуацию, терпеть слишком холодно или слишком жарко, это телесная дарма. Мы заняты такой телесной дармой, социальной дармой или семейной дармой. Кроме этого, есть еще абсолютная дарма. И это зовется Бхагавад-дармой. Есть много обычных дарм. Но подлинная Бхагавад-дарма, она одна единая, она наивысшая, Атма-дарма. И Кришна хотел дать намек такой, что Сарва-дарман, оно во множественном числе используется. Сарва-дарман значит оставить все дармы, все различные виды дарм. Может вопрос возникнуть, сколько дарм, может, вроде есть одна Бхагавад-дарма, а Кришна имеет в виду все обычные дармы, которым следуют люди, их нужно оставить, и как Лоха-дарма, Веда-дарма, даже то, что описано в Ведах. В Ведах приводятся разные ритуалистические правила, предписания, что нужно делать и что не нужно. Даже Кришна говорит, что нужно даже оставить все, что описано в Ведах, чтобы предаться Кришне. Даже это нужно оставить ради Кришны. Кришна говорит, ради меня вы должны оставить все. Если я вижу, что вы готовы ради меня оставить абсолютно все, тогда я пойду и приму вас. Не до этого. Экам значит абсолютно. Кришна говорит, что вы абсолютно, в абсолютной степени вы должны принять прибежище у меня. Вы не должны зависеть от каких-то денег в банке или еще от чего-то, и тогда Кришна примет вас. И когда мы примем прибежище абсолютным образом, то тогда Кришна, Он примет нас. И тогда Кришна говорит, Он спасет нас. И когда Кришна, Он ответит нам. Это не, когда Кришна ответит нам, это не так просто, мы не сможем ничего сделать. И вот вчера я говорил об одной шлоке. Есть множество преданных во всем мире, те, кто не совсем преданы, наполовину преданы, или даже на 80 или 90% преданы, их преданность, она не полна, не могут полностью посвятить себя Кришне, что-то им не хватает. И вот вчера я говорил, что есть четыре вида категории преданных. В этом материальном мире можно видеть, или на небесах также, можно найти четыре категории преданных. И вот Кришна говорит, что есть четыре вида людей, которые могут поклоняться и приходят ко мне. Те, кто развили достаточно сукрити, они могут поклоняться мне. Артха, те, кто находится в каких-то проблемах, как Гаджендра, он молился Господу, чтобы тот спас его в нужде. Джигьясу, те, кто имеют какие-то вопросы, сомнения, как, что, где, когда. Как Арджуна, он спрашивал, ты дал мне наставление сражаться с ними, но не родственники, что сделать, чтобы утвердиться в таттва-гьяне. Если вы вопрошаете Гурудева, чтобы утвердиться на пути Баджана в таттва-гьяне, то это хорошо.
Но одно условие каково? Есть три условия пранипат, парипрашна и сева, но мало кто исполняет все эти условия. И Кришна говорит, есть эти три условия, с помощью которых вы можете обрести татвагьяну. Что же это? Татвидхи пранипатина. Вы должны кланяться Гурудеву полностью, всем сердцем, чтобы очистить свое ложное эго, убрать свое ложное эго из сердца. Пранипат, парипрашна. Это не обычные вопросы. Пранипат значит полный распростертый поклон. То есть мы должны буквально предаться Гурудеву, избавиться от нашего ложного эго. Парипрашна. Мы должны вопрошать о нашем абсолютном благе. Когда вы задаете вопросы Гуру Вишнавам о таком вечном благе, то это парипрашна называется. Кто-то задает множество вопросов, но это нельзя сказать, что это парипрашна. Парипрашна — это те вопросы, которые исходят из глубины вашего сердца. Когда вы хотите обрести милость Гуру Вайшнав и вопрошаете о вечном. И вот парипрашна, значит, вопросы, которые исходят из его сердца, как Санатан Госвами. Он спросил у Махапрабху, кто я и почему я так страдаю в этом материальном мире, и что же делать. И вот Санатан Госвами спросил у Махапрабху, кто я. Откуда я пришел, куда я могу пойти и какова моя наивысшая цель. Это зовется парипрашна. Вот на сегодня время кончилось, завтра более подробно я буду говорить об этом, и тогда вы попробуйте сделать что-то, если поймете суть и важность баджана. Мы должны думать об этом, и вот завтра я буду говорить об этом более подробно, о том, о Гаджендре и парипрашне, то есть вопросы, которые исходят из глубины вашего сердца ради вашего абсолютного блага, не то, что какие-то обычные вопросы, чтобы проверить, сколько там Махарадж знает шастры или... Еще что-то, это не парипрашна. Просто задавать такие бестолковые вопросы, это не парипрашна. Завтра Махарадж более подробно расскажет. Анаргита чарим чират коронаям тирна калу шамарпат уннато уджалра сам савакти срям хари пурадам сундарадди кадам сандито чалахидай кандарис пурутва сисачи нанда вачакарпатрусики пасендва патитан бабанва вишнабью. Very minutely you have to hear. Дандва. So how you can take center of Guru Vaishnava? What is the procedure? Нужно принимать прибежище Гуру Вайшнава, как обрести благо от этого. Завтра мы хорошо более подробно будем говорить, как можно достичь всего этого в этой жизни. Не обязательно ждать следующей, поскольку такая возможность, когда придет к нам, неизвестно. В этой жизни или в следующей мы находимся в линии Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура. Насколько мы удачливы, поскольку вы получаете что-то подлинное. Вриндаване, внутри Вриндавана, Уджал, Субал, Маду Мангал, они близкие друзья Кришны. Маду Мангал. На Арджуна он не является Пренарма Сакха, он просто Сакха, просто друг. А Пренарма Сакха очень другое значение.
Actually, you can speak.